Всем привет из Южной Америки, из Парагвая. И сегодня я хочу поговорить о ценах на японские мотоциклы в Парагвае. В прошлый раз я говорил, что меня интересуют некоторые модели мотоцикла, мне интересно. В прошлом видео об этом говорил. Недавно я был в Асенсионе и как раз заезжал к официальному дилеру Кавасаки. Есть маленькое видео у меня на канале. И интересовался я как раз моделью KLR 650. Но что самое, можно сказать, интересное в этой всей истории, это цены. Поэтому о ценах я и хочу поговорить. Kawasaki KLR 650 продается Южной Америки, Северной Америки, и я не знаю, продается ли еще на каких-то континентах. То, что в Европе его нет, это точно. И меня немножко удивила цена на этот мотоцикл, потому что я думал, что он будет дешевле. А оказалось не так. Три комплектации: есть базовая комплектация, есть комплектация с ABS и комплектация Adventure, как бы топ комплектация. И в прошлом там маленьком видео я немножко неправильную информацию дал по цене, потому что я смотрел, там был KLX мотоцикл эндурик и KLR. Я сказал, что базовая примерно одинаковая цена, или я сказал, что одинаковая. Но на самом деле она отличается. Просто что вначале я не понял продавца, который об этом говорил. Ну вот сегодня исправлю эту ошибку. KLR в базовой комплектации стоит 10 720 долларов. $10 720, это почти 11 000 долларов. С ABS такая же комплектация базовая, просто там ABS, ничего другого больше нету. Она стоит 10 900, сейчас точно не помню, 900 чем-то или 900, но опять же почти 11 000, там разница небольшая. И комплектация Adventure стоит 12 500 с мелочью, ну 12 500 долларов. Это цена на этот мотоцикл. Что именно как бы меня неприятно удивила эта цена, потому что я думал, что она дешевле, потому что такие мотоциклы стоят в Северной Америке на порядок дешевле. То есть базовая комплектация в Северной Америке стоит, модельный год, 23-й новый мотоцикл, только 23-го модельного года, 7 000 долларов. А 24-го года 8 000 долларов. То есть даже если мы берем модельный год 24-й, то это 3 000 долларов разница. Ну, я думаю, что 3 000 долларов это не так уже мало. И поэтому я не знаю, почему
Но вот такая вот ценовая политика мотоциклов, машин в Парагвае. Второй мотоцикл, о котором я говорил в предыдущем видео, то, что меня интересует, это Yamaha Tenere 700. И на нее цена еще больше. Я спрашивал, писал сообщение. Мне сказали, цену назвали 16 300 долларов. Не ответили мне, это какая комплектация. Я спрашивал, это базовая или какая разница. То есть мне не ответили. Но даже если это базовая комплектация, 16 300 долларов. Если я смотрел цены Европы, также на порядок дешевле на базовую комплектацию. Вот такая вот ситуация. И про Хонду, потому что мне советовали мои друзья, чтобы обратить внимание, или советовали мне Хонду. Honda Africa Twin или Transalp, и как вариант еще CRF 300 Rally. Есть 4Now представительство Honda или филиал, как магазин, где они продают, и там мне ответили, что быстро буду ехать, микрофон будет, наверное, шуметь потихоньку. Ответили на Africa Twin, Honda Africa Twin и автоматическая коробка передач. Чтобы не ошибиться, сейчас надо вспомнить, 20. Цена 23 700. То есть как бы здесь обратно же цена на Африку Твин на данный момент, ну, очень большая. Теперь по CRF 300 Rally сказали нету, но есть типа подобная, похожая модель, да, то есть есть CRF 300L, и она стоит 9800. 9800 долларов. Аналогично Kawasaki KLX примерно такой же. Да, он стоит 9000 долларов. Это вот такие цены по японцам. Это 300-е. Есть еще Yamaha TX. Надо правильно сказать, потому что я уже запутался с этими всеми аббревиатурами. Yamaha TXZ250, то есть уже не 300, а 250, меньше кубатура, и стоит он 6600 долларов. Вот это по этим мотоциклам. Suzuki, я вот как бы интересовался, думал, может, есть Suzuki, потому что обратно же также японский бренд известный. В Инстаграме я нашел страницу. Последний раз она была актуальна в 2022 году. Там была ссылка на их интернет-страницу. И она выдала ошибку. То есть я понял, они как бы то ли ушли с рынка. Ну, как бы на странице. Страница не активна, Инстаграм не активный. Ну и все, да, на этом. Ну, что я к этому могу сказать по поводу цен? Ну, как бы обратно же. Расстраивает то, что на порядок дороже. Это примерно около 3000 долларов дороже там на KLR, на те же самые. То есть на все мотоциклы цена на порядок дороже. Другой момент, если, допустим, если взять вопрос
А финансирование — это обратно же не очень просто. Плюс какая-то сумма еще к этому идет, там, ну, немалая, потому что кредитование Парагвая не так, как в Европе или в Германии, в частности, да, то есть там будет обратно плюс каких-то 3, может, и 4 тысячи долларов, да, плюс документы надо в банк предоставить, там, немножко это сложная процедура, которую на данный момент я не рассматриваю, ну, как информация, да. И что я думаю делать, или какие дальнейшие шаги я буду предпринимать, потому что новые мотоциклы на данный момент по бюджету у меня никак не получается приобрести, а мотоцикл я хочу приобрести. Есть еще вариант, это вторичный рынок, о чем я в прошлый раз говорил, что, ну, не очень легко на вторичном рынке здесь что-то найти хорошее. Во-первых, платформы нету такой, как в Германии, Mobile.de, да, где ты можешь быстро все найти, да. Здесь это намного сложнее. И сам выбор, обратно же, мотоциклов японских с большой кубатурой не так уже много, или даже европейских. Если взять европейские мотоциклы, здесь также есть представительство BMW, также есть КТМ, Триумф. Есть также европейские бренды, которые они обратно же на порядок дороже японских. Поэтому рассматривать эти мотоциклы как новые, наверное, не стоит. Ага, не хочет нейтралку включать. Вот так. Здесь идет дорога на паром, и там через реку уже Аргентина. Да. Так вот, о чем дальнейшие шаги. Я думаю, это больше исследовать вопрос вторичного рынка, узнать цены. Сложности — это там платформа, но даже это можно поискать, сложно, но можно. Еще момент — это документы, потому что на вторичном рынке есть проблема, то что у людей не сохраняются документы или еще какие-то проблемы с этим всем, с этим оформлением, поэтому как бы это еще один момент, который добавляет сложности. Был у меня случай, когда я тут рядом мотоцикл Honda, я думаю, посмотрю, вроде цена небольшая. Ну, главное, думаю, чтобы документы были нормальные и мотор тоже. И вышло, что и документов у него не было, у этого мотоцикла, и мотор у него не Honda, а от Кентон, парагвайский. Вот машина бразильская поехала на паром. Поэтому как бы вторичный рынок — это такой момент. Цены на бэушные мотоциклы завышены, на новые завышены, а на бэушные также завышены. Продается BMW GS, сейчас 700, если я не ошибаюсь, 2000 года за 6000 долларов. То есть за 6000 долларов это как бы уже такая хорошая цена, да, за 2000 год. Мотоциклу уже достаточно лет. Поэтому, ну, не такая простая эта задача. И третий вариант на данный момент — это как бы не на долгосрочное такое, чтобы, потому что все равно я хочу хороший мотоцикл с среднекубатурный, или мне советовали лучше литрушку, чтобы литровый был. Но на данный момент как бы нету возможности там по финансам. Поэтому и такой вариант, чтобы приобрести мотоцикл
парагвайский, который продают. Так, наверное, я буду ехать. Я здесь остановился. Ну, парагвайские мотоциклы — это китайские. Китайские мотоциклы, которые собирают здесь в Парагвае под ихними там названиями, брендами, там Кентон, Тайга, Стар, Буллер и Леопард. Под этими названиями здесь продают это мотоциклы недорогие, но и малокубатурные. Если уже 250 кубиков, во, это уже очень много. Но 250 кубиков, я думаю, хватит для того, чтобы поездить по Парагваю. Если уже куда-то далеко ехать, это уже как бы вариант не очень. Поэтому если рассматривать, что в этом году делать путешествие только внутри Парагвая, в принципе, можно это рассматривать. Это как еще один вариант на вот на ближайшее время, чтобы взять себе китайский мотоцикл, китайский парагвайс, для того, чтобы развивать мототему Make Adventure. Поэтому мотоциклы на вторичном рынке, допустим, эти парагвайско-китайские мотоциклы, их много. А вот хороших мотоциклов, я имею в виду известных брендов, опять же сложно найти. Вот такие вот мысли у меня. После того, как я поузнавал цены на новые мотоциклы, расстроился, потому что я понимал, что это не дешевые будут, но для того, чтобы узнать цены, хотелось узнать. А вот то, что они на четверть дороже, чем в Европе или в тех же Штатах, это меня расстроило. Вариант привезти, там некоторые привозят с Европы мотоциклы, да, там. Обратно же вся растаможка, все это оформление, это выйдет не дешевле. Ну, как бы такой вариант. Поэтому вот о чем я хотел говорить сегодня, о чем я думаю. А вот там сторона паром стоит в Аргентине. Спасибо, что смотрите за подписки. Спасибо, что комментируете. Если у вас есть какие-то по этому поводу советы, идеи, пишите в комментарии. Буду рад. Всем спасибо и пока. Я буду ехать дальше.